Je t'y voudrais être souvent Rupantasya Jari Puri Maturi Mustuwa divided
the Veda, Veda mantras into four sections. Шри Кришна Тхагаваджа Гадавьяс разделил Веды на четыре составляющих. He had presented 18 Puranas. Доставил миру 18 Куран. The Upanishads. Упанишады. Махабхарата, Веданта Сутра. Махабхарата, Веданта Сутру. Within Махабхарата, Бхагавадгита. И Бхагавадгита является частью Махабхараты. But still, he said to his Gurudev, Śrīla Vyāsadeva, Narada Muni, Nyunam Vichakshva. Tell me, what is lacking? Но все же он чувствовал какое-то неудовлетворение, какую-то недостаточность в себе. Он спросил своего Гурудева, Нараду Муни, поведай мне, в чем вот это, почему я ощущаю эту недостаточность? Something is, there's some deficiency in me, and that is why I'm not feeling satisfied. Что-то не так со мной, из-за этого я чувствую неудовлетворение. So by the mercy of his Gurudev, Narada Muni, Śrīla Vyāsadeva went into Samadhi, Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranihita Tevale, Pasya Purushat Puna, Mayam Chaitanya Pasya. И по милости своего Гурудева он погрузился в медитационный транс Самадхи. And in his trance he saw Apasya Purusha Purna, Purna Purush. И в своем трансе он увидел Пурна Пурушу. How can a Purush be a Purna Purush if he has no Shakti? Как Пуруша может быть считаться Пурна, если у него нет Шакти? So Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Man, Dui Vastu Vedai Shastra Pramana. Посему Кришна это Пурна Шакти Ман, а Радарани его Пурна Шакти, его полная энергия. By the mercy of See, Narada Muni, his Gurudev, Śrīla Vyāsadeva, saw the sweet pastimes of Radha Krishna. По милости своего Гурудева, Нарада Муни, Шрила Вьясадев созерцал сладкие лилы Радхи Кришны в своем самадхи. And so, he, anato pasam sakshat bhakti yoga madakshajay lokasya janato vidvams chakri sattvata samhita. He manifested the Sattvasa Samhita, Grantharaj, Srimad Bhagavatam. И таким образом, он на благо всех живых существ, он подарил человечеству Шримад Бхагаватам. Knowing that by hearing the glories of Radha and Krishna, then all the living entities who are conditioned in this world, they will be transferred from the realm of Maya to Goloka Vrindavan by the power of hearing Srimad Bhagavatam. Потому что Шрила Вьясадев понимал силу Шримад Бхагаватам, он знал, что трансцендентная катха Шримад Бхагаватам поможет всем обусловленным дживам перенестись из оков материальной иллюзорной энергии Господа в трансцендентный план бытия. Что главный принцип жизни, когда Кришна доволен, все довольны. So, even though Śrīla Vyāsadeva had glorified Sri Krishna in Gita, несмотря на то, что Шрила Вьясадева уже прославил Кришну в Бхагавад-гите, Кришна заявлял, нет истины выше меня. Но сам Кришна не был удовлетворен этими прославлениями. Кришну радует, когда прославляет его преданных. And especially when Shrimati Radhika is glorified, then Krishna becomes satisfied. В частности, Кришну особенно радует, когда прославляет его любимую Шримати Радхику. So this is why Śrīla Vyāsadeva was not satisfied until he manifested the glories of Shrimati Radharani in Grantharaj Shrimad Bhagavatam. Then Krishna was very pleased hearing Parokshabha, the indirect glorification of Radhika in Bhagavatam. When Krishna was satisfied, then Śrīla Vyāsadeva came. Именно поэтому Шрила Вьясадев не находил себе внутреннего покоя, не испытывал удовлетворения до тех пор, пока он не поведал миру Шримад Бхагаватам. Тем самым он угодил Кришне. Кришне очень нравится этот парокшава, скрытое описание славы и любви Шримати Радхики в Шримад Бхагаватам. И затем Шрила Вьясадев испытал полное спокойствие и удовлетворение. Is it written anywhere in the Bhagavad Gita? В Бхагавадгите где-то говорится, что Я
Vedjot mukunda parabin shruti devi vrikyam. Is it written that the greatest devotee of Sri Krishna outside of Braj, that is Uddhava, is praying to become a blade of grass in Braja just to get the touch of the foot dust of Brajamukha? Бхагавад-гите где-то говорится, что наилучший среди преданных Кришны за пределами Враджа Шри Удава молится о возможности стать стебельком травы во Вриндаване. Удава восхищается Браджа-гопи, они оставили путь, арийский путь дхармы, то есть они сошли с пути праведности. They are the actual example. Though Krishna said in Bhagavad Gita, Sarvadharmam Pratyajamame Karmasharam Braja, but he has not given any illustration. Krishna в Бхагавад-гите призывает всех оставить все виды религии, праведности и предаться ему, но он не иллюстрирует это примерами, этот призыв. What may say, but this is wrong. Why are the gopis not following the Vedas? Но кто-то может начать возмущаться и сказать, как гопи смеют нарушать каноны поведения, ведических стандартов, почему они не придерживаются морали, изложенной Ведом. So only in Srimad Bhagavatam is it revealed, Vayam apichana samadhasana deshankri sarojo sudhara. Gopis don't need to follow the Vedas. The Vedas are trying to follow the gopis. Только Шримад Бхагаватам объясняет, что для гопи нет необходимости следовать ведам. Сами веды следуют примеру Враджа Гопи. So those who have nishtha in the glories of Vraja Gopi, they are very fortunate. И те, кто верят в славу Враджа Гопи, эти личности воистину удачливые. Кои мастриява вачарили вявачана душта кришне кочайся права приюда бхава надхашро бхаджату вирисо сакшат Shreyas Kanot Gadaraj Gopayuktaha. Uddhavji is pointing at Braja Gopis in the distance with a trembling finger. Издалека, показывая на Враджа Гопи дрожащим пальцем, Шри Удав говорит. Why is he trembling? Почему у него дрожат руки? Because the waves of the Mahabhavas of Braja Gopis are affecting him. Потому что волны любви Махабавы Враджа Гопи доходят до его сердца и сильно влияют на него. Кримастрия. Where are these Imam? Where are these ladies? Где эти девушки? Vanachari, they're not even from a high caste. And not even from now they are Vanachari. They've left everything and they're roaming in the forest. Они не высокого сословия, а на данный момент они вообще бездомные, потому что они оставили дома и живут в лесу. Vyabhachara dushta. Apparently, they are contaminated by irreligious activities. Vyabhachara dushta. И может показаться, что они осквернены неправильным поведением. But here, Vyabhachara dushta, this is not referring to Brajgopis. Но вот эти слова «Вьябачара Душтага» относятся не к гопи. This is the Пумли Бхавачара. Вьябачара Душтага. Ванчати яй бхавио мунайо вьямча Душтага. Удава говорит «Вьябачара Душтага», имея в виду не гопи, а себя и себе подобных. It means Удава is saying gopis are not corrupted by irreligious activities, leaving their husbands and family, everything to be to Krishna. No. But Vanchanti Yad Bhavayu Munayam Vayamcham. Oh, the Mumukshu, those who are doing sadhana to get mukti, they are Vyabhachara Dushta. Because they're doing sadhana, but is it sadhana to please Krishna? Удава говорит, это не гопи повинны во вьябхачаре, в неправильном поведении, в том, что они покинули мужей ради того, чтобы служить Кришне. Нет, это все мукшу, все вот эти личности, которые стремятся к мукте, освобождению, они, вьябхачара душтага, они повинны в неправедности, потому что они делают эту практику не ради удовольствия Кришны, не для того, чтобы услужить Ему. А муни, эти мудрецы? They are mukta, they are liberated persons. Они муктапуруши, освобожденные личности. Can they please Krishna? Могут ли они угодить Кришне?
Then in the Shantarati. В своей Шантарати. When they see a big mountain, they say, God, that's amazing. Когда они видят Гималаи, огромные горы, у них волосы на теле становятся дыбом от радости. Они думают, шанс совершать тапасию, аскезы. Их рады. И для них удипана это длинная борода, чья-то такая седая. Джаты, там эти дреды такие. Can they please Krishna? Они могут услужить Кришне. И даже если они осмыслят, осознают Вайкунтху, у них все равно настроение Айшварии. Кришну радует любовь с Мадурией, то есть те, кто не ведает, что он Бог, и любят его. Вот это Кришна предпочитает Айшвари. Иуда говорит, и мы, я, и такие же, как я. Myself, Narada Muni, Vyasadev. Я, Нарада, Вьясадев. We all devotees. Акрура. Акрура. All the Yadavs. Все ядовы. Лакшми. Даже Лакшми. Махадев. И Махадев. И мы все тоже в Ябачара Душтага. We have deviated. We are ones who have deviated from the very path. Это мы сошли с правильного пути, с правильного. Why? Atatum vid vijasvesta vanasrama vibhagasa svanustitasya dharmasya samsidhi harijoshanam. The perfection of all the dharma is only samsidhi harijoshanam. To please me. Потому что совершенство дармы заключается в том, чтобы угодить Господу, чтобы услужить Ему. Когда Кришна горит в лихорадке чувств разлуки от према севы Шримати Радики, кто может угодить Кришне? Вьясадев может? Нарада? Или Господь Шива? Да. Не ставим станейши витяну парирама дхама. Кришна's lotus feet are burning in separation. He places them on the breast of парирама дхама to take away, to remove his pain of separation. Когда лотосные стопы Кришны горят в пламени разлуки, он ставит их на грудь Шримати Радики, чтобы спастись от этой боли. Usually the verse is the other way around. That Krishna is placing his lotus feet to take away the fire of separation of Rajayogis. But the inner meaning is no, is to take away his own fire of separation. Обычно стих трактуется по-другому, с иного ракурса, что Кришна возлагает свои стопы на грудь Враджагопи, чтобы избавить их от жара разлуки. Но на самом деле истина такова, что это Кришна спасается от пламени разлуки. Like a pujari is taking the very best paraphernalia and doing puja to the deity. See, Krishna is worshipping the vigraha of Radhika with the paraphernalia of his lotus feet. Подобно тому, как Пуджари берет самые изысканные парафиналии, самое лучшее, что он может обрести, и предлагает Господу в пуджи, то Кришна задействует самые лучшие парафиналии, свои лотосные стопы в его пуджи, которые проводит Шримати Радха. Радха means Кришнейна Радхита. Who is worshipped by Krishna is Radha. Радха — это та, которой поклоняется Кришна. So, these gopis of Vrindavan, they have a Buddha bhava. His Buddha is saying, where am I? Uddhava говорит, где я? I am incomplete, but Brajagopis, they are complete. Я неполноценный, вот Брадж-гопи, они совершенны.
Upanishads say, Om Purnam Adhamnaya. And Śrīla Vyāsadeva explains in Śrīmad Bhagavatam, Purnamalinda Uragaya Padacharaya. Those who get kumkum, the touch of the kumkum of Śrīmad Radhika, they become Purna. И Шрила Вьясадева объясняет Упанишады, что тот, кто обретает кумкуму, спел Шримати Радхики, тот и становится пурна. So, gopis have natural love for that person everyone is calling Paramatma. Гопи испытывают естественную, спонтанную любовь к тому, которого все называют и считают параматмой. О, параматмани Руда Бхава, they have completely, their atma is completely living in Krishna. Параматмани Руда Бхава, твои джитаршабас, сам вичиндаде. Параматмани Руда Бхава, что их атма живет в Кришне. Говинда Ива Никелатмани Руда Бхава, твои джитаршабас, our soul is completely, our prana is completely living in you, Krishna. We have no separate existence. Гопи, нет, у них нет независимого существования. Они живут всегда Кришной. Их сердце, их помыслы, их сознание всегда пребывает в Кришне. So that Vishnu Lord, but it all with his own success, Sriyasa Sputaka, Radha Divopa Yukta. If someone will hear the glories of Raja Gopis, then this glorious act, Agaparaja, like infallible medicine. И тот, кто слушает о славе Враджа Гопи, он по факту получает самое ценное, самое эффективное лекарство. If you are dying and you drink some amrita, but you did not know it was amrita, but it will still revive you. Если вы на грани смерти, кто-то принес вам стаканчик нектара бессмертия, вы даже не знаете, что вы пьете. So even нектар работает, это нектар бессмертия, вы тут же оживаете. Listen carefully, because I know what I'm telling many of you don't understand. И я хочу, чтобы вы внимательно слушали, потому что я знаю, что многие из вас не понимают вот этих вещей, которые я хочу донести. But just as amrita, nectar acts as a medicine, when you understand. Понимаете вы, что нектар, что амрита действует как лекарство, или не понимаете этого? So even though you may not understand just now, даже если вы на данный момент не понимаете, this Bhagavad Katha, the glories of Radhika, что вот это Бхагавад Катха, Лила Катха, повествование о славе Враджа Гопи, о их любви к Кришне. If only you are touched by the air that was touched by this Katha, then Sriyastanote Gadaraja Divopa Yukta, then very soon you will attain Krishna Prema and go to Goloka Vrindavan. Я вам все равно говорю, что как факт, примите это как факт, что даже если вас коснется тот воздух, который касался этой звуковой вибрации, этой катхи, то вам гарантирована Кришна Према. То есть вы получите Кришна Прему, потому что это лекарство работает всегда. This Katari so full of shakti, satam, sangam, virya, в этой катхе очень много силы, вирии. So yesterday we were discussing how the Gnana, Rupa, Guna and Lila of Vrishabhava Nandini, Mahabhava Swarupa Sri Radha Thakurani is found by us Vaishnavas throughout Srimad Bhagavatam. Вчера мы слушали о том, как имя Гуны, Лилы, Шримати Радхики скрытым образом присутствуют повсюду в Шримад Бхагаватам, и как Расик Вайшнавы находят эти прославления. Canto 10, chapter 18, verse 7. 18 глава, 10 песня, 7 стих. See Krishna and his sons, the cowboy boys, they're going into the forest to their bandhi, playing in the forest. Кришна отправился в лес играть со своими друзьями. Шукадева Госвами says. Шукадева Госвами говорит. Панам кусумитам шриман нарас читр мригадвиджан гаян байора брамарам куджа кокила сараса. He said, when Sri Krishna entered the forest, it was so extraordinarily beautiful. Шукадева Госвами описывает, он говорит, когда Кришна вошел в лес, этот лес был очаровательным. It was the Vasanta ritu, springtime. And so many flowers were blossoming.
Наступила весна, повсюду распустились цветы. And Nanda Chitrangrad was young. And birds were, so many different types of birds were singing. Повсюду радостно чирикали птички. And peacocks were calling. Павлины пели. Bumblebees were humming. Шмели жужжали. In Panchamaswara. В Панчамас, в пятой ноте. And Kuja Kokilasas and Koopas were singing. Кукушки пели. And cranes, sarasas. И сарасы. Сараса, they're called sarasa because you never see them alone. They're always in a couple too. Сараса, они особенно, они всегда только ходят парами. Их в одиночку вы никогда не найдете нигде. Because rasa means vishaya ashraya. Потому что чтобы была раса, нужен. Alone they can't be rasa. В одиночестве расы сараса расы не будет, то есть нужен ашрай и вишай. Объект so, любви и любящий. Here is this Bala Kushabitam Sriman. It means, oh, why is this forest so beautiful? Because Bala Kushabitam Sriman, this is the forest of Sri. It is Radharani's forest. И почему этот лес настолько прекрасен? Потому что этот лес принадлежит Шри. Это лес Радхи. Ridoyama, Muramana, Vrindavana, Manavani Ekakori Janani. This forest of Vrindavan is my heart. Сама Радика сказала, лес Вриндавана это мое сердце. Everywhere Krishna looks, he is reminded of me. Куда бы Кришна ни взглянул, он повсюду находит напоминание о Радхе. Sometimes in separation, he sees a Kadamba tree. Иногда в разлуке он видит дерево Кадамба. And speaks to the Kadamba tree. И принимая Кадамбу за Радику, начинает разговаривать с этим деревом. When the Kadamba tree doesn't give an answer, Krishna thinks, oh, she must be in Mara. И так как он не получает никакого ответа от Кадамбы, то Кришна думает, а Радика, наверное, обиделась на меня. He begs forgiveness. И начинает извиняться перед ней. So, Radhika is mentioned here. Радика упоминается и в этом стихе. When Krishna goes into the forest, когда Кришна уходит в лес, and then he begins to play on his flute, и там он играет на своей флейте, because he knows in the village Braj Gopis are dying in separation, and the sound of his flute will revive them. Он хочет дать знак своим возлюбленным гопи, он знает, что они сидят в деревне, умирают в разлуке с ним, он хочет, чтобы они услышали мелодию его флейты и ожили. He, hearing the sound of Sri Krishna's flute. И услышав флейту Кришны, некоторые служанки Радики, они начинают гордиться. Вот это. In Radhika's service, Krishna is included, like a free gift. Те, кто гордятся тем, but inside they can get a free gift. Krishna is included. Когда у кого-то есть обиман, что я служанка Радики, то есть кто-то гордится вот этим положением служить Радике, то Кришна гарантирован будет как надбавка, просто как бонусом такой человек получит Кришну, обретя служение Радхи. So those who are very proud of Radhika, they say, Purna Pulinda Urugaya Padamjarada, Shri Kumkumena Dayatastana Mandirena, Tandasha Nastara Jastra Rukshitena, Lepante Amana Jeshu Jostadana. И вот эти служанки Радики, гордясь своей госпожой, произнесли эти слова. Они слышат, как Кришна играет на флейте. Они понимают, что о чем Кришна поет. Он прославляет Радху, то есть это флейта. Играет в честь Радхи. Once Krishna said to Radharani, actually I am not calling the other gopis. My flute is only singing your words. Однажды сам Кришна сказал Радхи, я никогда не призывал других гопи флейтой. Она играет только твое имя. Она играет для тебя. See, Krishna, even I am not playing. И даже я не играю на ней сам. I just put to my lips and the flute himself is singing your glories. And I'm just listening. And that's why I
Как только я подношу флейту к устам, флейта начинает играть о твоей славе, и поэтому я всегда и держу флейту рядом с собой, потому что мне так нравится слушать о твоих замечательных качествах. So, one gopi is saying that when the Kundalini girls, Aborigine girls who live in the forest, и что эта девушка говорит? Она припоминает случай, когда девушки аборигенки, девушки пулинги шли в лесу. The two Kundalini girls, Mali and Bringi. Mali и Bringi, две девочки аборигенки, они вышли из джунглей. And they saw the reddish fragrant cosmetic from the breast of Radhika was made on the grass. И они увидели красную косметику, такой ароматный порошок с дерева Радики, который был разбрызган по траве там. So, so we'll get to that. So the when they saw that девушки, they took it and they began to smell the fragrance. Когда девушки увидели этот красный порошок, они собрали эту пыльцу и вдохнули ее аромат. И тут же они почувствовали страстное влечение к Кришне. Им очень захотелось встретиться с Ним. Они испытали очень сильную каму, страсть, и они стали умощать наносить эту краску на все свое тело, и когда они нанесли ее, они вдруг испытали полное удовлетворение, успокоение такое. Swayam Purayatu. No, it's not good. The Jayam was not. Swayam Purayatu. Swayam Puna. This is Yakama. And Kayam means that this kumkum. Вот этот порошок, это косметика. Is the love in the heart of Radhika is manifest outwardly in the form of a cosmetic. Потому что это анурага, это любовь Радики, которая проявляется в внешней форме этой косметики. So by the touch of this, then the Kundalini girls become completely satisfied. И прикоснувшись к этой косметике, девушки испытали полное удовлетворение. So the implication here. И смысл, который кроется здесь. Is that those dasis of Radhika were thinking. Что эти служанки Радики думали следующее. Our Swami Radhika has such praying for Krishna, Madalakshmi Mahaprabhu, and she fainted and became unconscious. Наша госпожа Радика, она так сильно любит Кришну, что от переизбытка чувств она потеряла сознание. And the only way that could revive her. Was to bring Krishna. И мы не знали, что делать, как привести ее в чувство. Единственное, что пришло нам на ум, это привести туда Кришну, в эту куджу, где она лежала. And Krishna was very shy. Но Кришна сильно смущался. Он боялся, он смущался, он не хотел подходить к Радике и касаться ее. И мы убедили его просто сесть рядом с ней. And then, giving pranam at his lotus feet by a trick, we got his foot and put it on them. И притворяясь, что мы собираемся поклониться у его стоп, мы быстро схватили его за ноги, подняли их и коснулись его ногами тела Радики. And only by the touch of Sri Krishna's lotus feet, then Radhika opened her very large, beautiful lotus eyes and awakened from the swoon of Madalakshmi Mahaprabhu. И почувствовав прикосновение стоп Кришны к своему телу, Радика тут же пришла в себя, открыла свои прекрасные глаза и вышла из этого плена Мадханакья Махабхавы. Вот тогда Кришне совсем стало неловко, он тут же убежал из куджи и повернулся к своим друзьям. The Kundalini girls came and took the kumkum from the grass. Но так как кумкума осталась на его ногах, и пока он бежал через лес, она
смылась на брошой на траве и осталась на траве, и вот потом эти девочки-аборигенки нашли ее. The Pulindi girls feel such joy by the touch of this kumbho. И если Пулинди девочки испытали такую неописуемую радость просто от контакта с этой косметикой, потому что вот эти пылинки косметики были уже смешаны с пылинками со стоп Кришны. Точно. И если Кимута, если эти девочки испытали такую радость, что уже говорить о самой Радике, чего тело стопы Кришны коснулись? Кимута. Слишком возвышено это для нашей аудитории. Перевода не последует. I'll tell you, in Parikrama, 2042. Это вы услышите в 2042 году. When your beard is white. Когда у вас седая борода. So, и беззубая улыбка. Jagustadani, actually, it was a Krishna's adi. It was the pain of suffering of Krishna that was relieved when he was touched by the Lord. На самом деле это боль самого Кришны, боль чувства разлуки Кришны, от которой он освободился от соприкосновения с этой кумкумой. So, in this way, again, we find the glories of Radhika here in Shrimad-Bhagavatam. То есть снова мы находим этот роман, вот эти скрытые славы Шримати Радики, которые повсюду описаны в Шримад-Бхагаватам. Not only gopis are glorified Radharani, even the Dwarka Mahishis, the Krishna's queens in Dwarka have glorified Shrimati Radhika. Не только гопи прославляют Шримати Радику, даже Махиши, Дварка Махиши, царицы Кришны из Двараки, они прославляют Радху. Why? Почему? Because when Sri Krishna went to Kurukshetra at the time of the Surya Graha solar eclipse, then Krishna came with all the queens of Dwarka, and from the other side, Nanda Maharaja and Brajavasis came with. Когда во время солнечного затмения Шри Кришна со всеми женами, с армиями и всеми жителями Двараки отправился на Курукшетру, а с другой стороны из Враджа туда двигался, туда отправились Нанда Махараджа, Шода Майя и все Праджавасы. So, just like if you see a river, river is flowing very powerful. Когда вы видите реку, она течет очень быстро. But when the rivers come to the ocean, then all their power is checked and they go down. Но когда реки втекают в океан, в этот момент они слабеют, то есть они лишаются вот этой мощи своей. There's no comparison. Потому что, ну, как можно сравниться с океаном, когда это река? In the same way, when the rivers of the praying of the Dwarka Mahishis came to Kurukshetra, then they met. И когда вот эти реки любви цариц Двараки стеклись к Курукшетре, там они были остановлены вот этим бескрайним океаном любви Шримати Радики. А Драупади спросила царицу. Женщины стали разговаривать, Драупади спросила царицу. Они сказали, эти царицы, нас 16108 у Кришны жен. У нас один муж. Но мы не можем контролировать его. А ты, Драупади, ты одна, но у тебя пять мужей, и ты контролируешь всех пятерых. Как тебе удается это? Поведай нам, пожалуйста, секрет свой. Драупади сказала им, а Драупади сказала, во-первых, у меня нет личного мнения никогда. Что мои мужья любят, то и я люблю. Who they are against, I'm against them. Их враги – мои враги. Who likes my husband, I like them. Who's against my husband, I'm against them. Их друзья – мои друзья.
In this way, all five, they are in my control. И таким образом все пять под моим контролем всегда. The modern feminist theory is quite wrong. Современная. Видите, вот это умная. Умная тактика, а современная феминистская тактика совсем глупая. So, but Draupadi is thinking, you are so fortunate to be the beloved of Krishna. In your life is anything that you want. Драупади сказал, но как вы удачливы, вы супруги самого Кришны, все ваши желания исполнены всегда. The queens of Dwarka said, we don't want to go to the kingdom, we don't want heaven. We don't want yoga cities. We don't want liberation. Царицы сказали: да нам ничего не надо, нам не нужны ни мирские богатства, ни рай, ничто, ни освобождение. We don't want Vaikuntha. Мы даже на Вайкунху не хотим. But there's one thing that we want. Есть нечто, чего мы действительно хотим. Kaya etasya sriman pada rajasya kuchukunkur dandana mandan bodha. For one thing, that is, we want the touch of the foot dust of Sri Krishna, which is mixed with the kumkum, the cosmetic from the breast of Hari. Единственное, чего мы жаждем, это обрести пыль со стоп Кришны, которая примешана пылинки кумкумы с тела Радики. Actually, they only use the word Sri. Они не упоминают Радху по имени, они говорят просто Шри. Sriman Bhagavatam. We only want this dust of Krishna mixed with the kumkum from Sri. Все, что мы хотим, это пыль со стоп Кришны, смешанная с кумкумой из тела Шри. So there's a rule. If the word Sri is used in the context of Vaikuntha, it means Lakshmi. И есть правило, если слово Шри, имя Шри используется в контексте Вайкунхи, то это обозначает Лакшми Деви. If the word Sri is used in the context of Dwarka, it means Rukmini. Если имя Шри упоминается в контексте Двараки, то это означает Рукмини. And if the Sri is used in the context of Braja. Но если имя Шри упоминается в контексте Враджа, то всегда это Шри означает Радху. Yes, yes. So Maharaj is quoting the next verse, because in the next verse they say, oh, that kumkum that was attained by the Pulindi girls. И позже, то есть, есть подтверждение, что Шри относится к Радхе, потому что в следующем стихе эти царицы говорят, та самая кумкума, которую получили девочки Пулинди. It doesn't mean Rukmini, it means Radhika. Что в данном контексте однозначно Шри означает Радху, а не старшую царицу. Кришна в Двараке Рукмини Дэй. So, here is one beautiful example. Some years later. И очень красивый пример. Прошло несколько лет спустя. The queens of Dwarka, they have gone back to Dwarka. После того, как все уже покинули Курукшетру, царицы Двараки вернулись в Двараку. But they cannot forget. Но они не могут забыть. That day when they had the darshan of Radhika. Вот эту встречу с Радхой, то есть они никак не могут забыть о Радхе. Hamsa swagatam asyatam vipapayo bruhyanga shaurekatam dutam tvamnu vidam kachidatita swastasya uktam pura kimvanascha sovida svantitam kasmat vajamo vayam shodralapaya kamadam sriyam pritesa saivaika nishta sriyam sivaika nishta vayam What happened? Что произошло? In Dwarka, there are 16,108 palaces. В Двараке расположено 16,108 дворцов, одному для каждой царицы. Each have beautiful gardens. В каждом дворце очень красивые, разбиты красивые сады. Full of blooming flowers and cocoa buds and bumblebees, lotus flowers. Очень много всяких деревьев, кустов, кустарников, цветов, много живности всякой, птичек, там шмелей, бабочек.
Sometimes Krishna is away from Dwarka. Что иногда Кришна покидает Двараку. And when he comes back, the Mahishis, his queens, are so overjoyed to serve him. И когда он возвращается, его жены не могут нарадоваться его возвращению и готовы служить ему. So at that time, Gandharva is in the sky singing. Тогда Гандхарва начинает петь на небесах. And the Sutta and Vandigan, Sutagan, Vandigan, these are the various types of minstrels are playing musical instruments and singing Krishna's glories. И трубадуры разные поют. Sutin Bharte, трубадуры там поют о Кришне, прославляя его. At that time, see Krishna in each palace, in a beautiful lake of crystal clear water, he goes to play in the water with one of his queens and her. И Кришна проявляет свои формы. 16 тысяч тавусов в каждом дворце индивидуально. Он проводит время с каждой из своих жен. Купается там в таких бассейнах красивых. So at that time, the Krishna and his queens, they have pichka. И у них есть такие шприцовки. And then, как водяные пистолеты, они наполняют водой и брызгают. И брызгают друг друга. Like Yaksha and Yakshi. Как Якша и Якши, его жена. When the king of the Yakshas, Kuvera, is playing with so many Yakshi nymphs, then how they spray each other? It's very ferocious. То есть когда Кувера играет с нимфами в этой брызгалке, то они яростно сражаются там. So in the fun of that moment, also the queens and the maidservants, it's a very ferocious battle with the pitchers. То есть начинается яростная битва вот в воде между Кришной и царицами. At that time, the cloth of the queens becomes soaking wet, and their beauty begins to peep out. Одежда цариц промокает, и красота начинает проглядывать наружу. And on the pretext of trying to grab Krishna's pichka and take it off him. И под предлогом того, что они хотят обезоружить Кришну и забрать у него его этот водяной пистолет, они начинают с ним драться там. And by the touch of the lotus hands of Krishna, he's calmed down. He's awakening their amorous desire. И от прикосновения его крепких рук они начинают испытывать сильные желания. At that time of great joy. И в этот момент этого праздника, этого веселья. Festival of love. Фестиваля любви. The queens, Anurag. Вдруг Анурага, цариц, начинает. Become so high. They become mad. Расти настолько, что они безумеют. They begin to speak as if hallucinating, as if someone has given them some dharma. Они начинают. Poison that makes you hallucinate and become mad. Разговаривать. The queens, they become premonimad, mad and speaking as if they have taken dharma. А вдруг они начинают вести себя так странно и разговаривать непонятным образом, как будто бы они отравились какими-то наркотиками, датурой. And they begin to experience praying by chitta. То есть у них наступает безумие от премы, и они начинают испытывать состояние премовой чити. Praying by chitta is such a type of love where even in the presence of Krishna, one loses awareness of his presence and begins to lament in separation. Прямо учите, это особенное состояние любви. Это такое состояние, когда даже в присутствии Кришны, это во время физической встречи, теряется восприятие Кришны и кажется, что его нет, что он где-то далеко, и приходит ощущение разлуки. То есть наступает такое болезненное переживание, чувство разлуки. And then they begin to speak in madness. It's called a Mahishi. И вот эта безумная речь цариц во время вот этой игры в воде и называется песнь Махиши, Махиши Гита. In Sri Chaitanya Charitamrita, it is mentioned that in the last days of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Gambhira, he used to relish Brahmar Gita. В Чайтанья Чаритамрите описано, что в последние уже этапы своих лил Чайтанья Махапрабху, находясь в Гамбире, вкушал нектар Брамар Гиты и также Махиши Гиты. So, Srila Vishnu Charitamrita said, Dwarka Dhyan is a particular for Ramananda Bhajan. Это может показаться странным, потому что Вишванатха Чакравати Такур говорит, что медитация на Двараку является неблагоприятной для Рагануга Бхакти Саджана. Means meditating on Dwarka Lila is not favorable for
То есть те, кто стремятся развить себе любовь Враджа, для них неблагоприятно особо там думать, медитировать на Дварху. И однажды, когда мы были с Гурудевом тут, в Анандадаме, и Гурудева как раз был в своей Баджан-Кутире вот тут. Сидел на той самой кровати, которая там стоит сейчас его портретом, там было тоже это самое розовое покрывало. Я подошел спросить его. Гурудева, я не совсем понимаю, вот Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что Двараха Дхьяна, медитация на Двараху неблагоприятна для Рупануга Бхакти Бхаджана. А в Чайтанья Чаритамрите описано, как сам Чайтанья Махапрабху медитировал на Махиши Гиту. Ты можешь мне пояснить, Гурудева? So, Srila Gurudev said, oh, through that, by Tulyatmakha, that means by comparison, his relationship is good. А Шрила Гурудева объяснил, что он медитирует на вот состояние Махиши, но посредством Тульян-Махбавы сравнением он на самом деле думает о высоте чувств Гопи. Because the praying by Chitya of Braj Gopis has not been in the openly described in Srimad Bhagavatam, but by describing the praying by Chitya of the Dwarka Manishis, then by the logical Kanyutik Nyaya, by the logical Kimuta, what to speak, then you can understand that these sentiments must be there in Braj Gopis, but in a more effulgent the manifestation. Так как в Шримад Бхагаватам прямо в Вайчитте Браджа Гопи не описано, то Махапрабху медитирует на их состояние вот сравнением, то есть думая о состояниях цариц и думая, кимута, если у цариц такие сильные переживания, то что же говорить о состояниях Браджа Гопи, чья любовь в разы превышает любовь цариц Двараки Кришне. So, those Dwarka Manishis, Krishna is right in front of them, they've been wrestling with him, playing with him, they're in the lake together, and now they're thinking, it's night time, and Krishna is far away in a foreign land. Но вот Шримад Бхагаватам как раз описывает эту ситуацию с царицами Двараки, что день, в Двараке день, Кришна играет со своими царицами в бассейнах, там брызгается водой, и вдруг у них наступает вот это состояние прямо в Вайчитте, им кажется, что наступила ночь, что это уже ночь, и Кришны нет рядом. And they're lying in their bed at night, in their palace, hearing the sound of the ocean. И царицам всем кажется, что уже ночь, они лежат в спальне, в одиночестве, слышат шум волн океана. Being alone, they cannot sleep. И их мучает бессонница, потому что в разлуке с Кришной они не могут заснуть. They're turning and turning. Они поворачиваются сбоку на бок, ворочаются. И слышат шум океана. Они говорят, океан, ты тоже страдаешь, ты тоже в разлуке, поэтому ты заснуть не можешь, ворочаешься всю ночь. Is it because your heart has been pierced by very beautiful dances of Krishna? Может, твое сердце тоже было ранено стрелами взглядов красивого Кришны? So, in this verse, one Mahishi, she saw a swan. И в этом стихе описано, как одна царица увидела лебедя. And she thought that this swan must be a messenger that Krishna has sent from whichever country he's staying in. Она подумала, о, это посланник от Кришны. Хамса свагата. Она сказала, добро пожаловать. Ивапая. So then, that queen, now just remember, they're actually with Krishna and they're having lots of fun. But now she's feeling separation, he's far away. And like a mad person who's taking a dhatura, she's saying, Swagata, Musa, Swagata, O swan, welcome. Can I offer you some milk? То есть помните контекст, царицы сейчас с Кришной, сейчас день в Двараке, все чудесно, они играют вместе, и вдруг царица входит в это состояние внутреннее безумие вот такого. И царица, она видит, что к ней приближается лебедь, она принимает его за посланника Кришны, она говорит, добро пожаловать, лебедь, давай я тебя угощу молоком. Брухи амга сурэй ката. Can you tell us some katha about Krishna? Лебедь, может, ты что-нибудь расскажешь нам о Кришне?
He is ajit. He is unconquerable. Он непокоримый, он аджит. Is he doing well? У него все в порядке. So then, in the madness of love, they heard this one reply. И в безумии любви они услышали ответ лебедя. Oh, how can Krishna be doing well without you, his beloved? Как у Кришны может быть все в порядке в разлуке с тобой и его возлюбленной? So then they doubted. Does he actually remember us? А царицы сомневались, он Кришна вообще думает о нас, он помнит о нас. Потому что, конечно же, посланник всегда будет говорить то, что выгодно тому, кто послал его. So I said, does he even remember us? Царицы спросили лебедя, а Кришна помнит о нас, он вспоминает нас? Does he remember that he said, Nātvārāśaṁ pranayīṁ grihīṁ grihēṣu? In the 10th chapter, chapter 16, verse 55. В 60 главе, 55 стихе 10 песни Шримад Бхагаватам, 10-55. Кришна сказал Рукмини. There is no, I have no one who has such love as you, Rukmini. You are the supreme beloved. Вот что однажды Кришна сам сказал Рукмини. Ты лучше. Рукмини, твоей любви нет равных. Твоя любовь непревзойденная. Does he remember these words? И царица говорит, а Кришна помнит о этих словах своих? So then this one said, yes, of course. Лебедь сказал, конечно же, он помнит. And that's why he sent me here. И поэтому именно он признал меня сюда к вам. He sent me here to bring you. You should come and meet with me. Потому что он хочет зазвать вас к себе на встречу. So then, that queen has a little bit of man. И вдруг царица испытала немножко мана, обиды какой-то. Only Dwarka, only Satyabhama and Lakshmana, they have some madhus there. Лишь только в Двараке, лишь только из всех цариц Сатьябхама и Лакшмана испытывают какой-то элемент мадхуснеги. У остальных всех цариц гритаснега какой-то. Поэтому их ман очень слабенький обычно. But she said, why should we go to him when he refuses to come here and be with us in his own home? Царица сказала, почему мы должны к нему ехать, когда он отказывается быть тут с нами в своем собственном доме? So then this one said, oh, but you are an ocean of compassion and he's suffering so much. Please come. Океан сказал, ну зачем, океан, лебедь сказал, зачем обращать внимание на такие пустяки, ну вы же океан милосердия, а он страдает, так пойдемте со мной к Кришне. Его пронзают стрелы Купидона в разлуке с вами, поэтому давайте отправимся к нему. So then the queen said to that swan, царица сказала лебедю, that Krishna is supreme Lord, he has created everyone. So if he's suffering from the arrows of Cupid, it's his own fault because he created Cupid. Она сказала, Кришна причина всех причин и творец. Он создал все. Если он сам страдает от стрел Купидона, то это его собственная вина. Зачем он сотворил этого Купидона? We have self-respect. У нас есть женское достоинство. This is our Griha, we are Grihini. Это наш дом, и мы домохозяйки. И если в него стреляют там где-то Купидон, пусть приходит домой сюда, и мы ему поможем. So then this one said, so be it, then please excuse me, I'm going. Лебедь сказал, то будет так, позвольте мне откланяться. And then that queen became a bit worried, said, no. И царица испугалась, подумала, ой, что-то я не то сказала лебедю. Please, don't go. If when you go, please request him to come here. Дорогой лебедь, нет, ты пойми меня правильно. Ты вот когда увидишь Кришну, попроси его очень вежливо вернуться домой, потому что мы все его ждем тут с нетерпением. But he should come. Sriyam Ritai Saivaika Nishta Sriyam. He should come. Но пусть он приходит без Лакшми Деви, какие неудачи. The meaning is that Sri Krishna has a swan breaker, a gold lining on the other side of his tail.
интересно. У Кришны на левой груди у него сварна река, такая золотая полосочка, как салатинка на груди. That is one form of Lakshmi Devi. Это одно из проявлений Лакшми Деви. But no one sees her. Но никто ее никогда не видит. When his wives are there, they don't, they cannot see. Когда жены рядом, сварна река прячется. But they know that as soon as they go away and Krishna is alone, then Lakshmi Devi manifests her form as a Ramani, Rama, and then Krishna has Raman, and Krishna enjoys with Lakshmi when no one is looking. Вернее, сварна река всегда так, это золотая полосочка. Но жены подозревают, что Лакшми прячется при них, но как только они куда-то отлучаются, что Лакшми тут же проявляет свой женский облик из этой золотой царапинки и наслаждается там с Кришной. А как только жена появляется рядом, она прячется снова. So that queen was complaining. He leaves us, but he never meets her. И вот они жалуются, говорят, вот с ней он никогда не расстается, а с нами он периодически расстается. Why does he never leave her? Is she the only person who is Ekanishtha? Ekanishtha, who is one pointed in the service of her beloved. Is she the only one? Она что, единственная, кто настолько верно любит его? У нее что ли только Ekanishtha ему? Почему он нас оставляет, а с ней никогда не расстается? So this is the general meaning of the verse. Это общий смысл этого стиха. If you combine this verse with the verse spoken at Kurukshetra, all we desire in our life is food dust of Krishna mixed with the dust of Radha. Да если вы припомните слова этих цариц Двараки на Курукшетре, когда они сказали, единственное, что мы хотим обрести в жизни, это пыль со стоп Кришны, смешанная с кумкумой с тела Шри, то есть Радхи. Then the question comes, is Sri, is Radharani the only one who is fully dedicated to him? Тогда можно по-другому трактовать вот эти их слова в данный момент, что тогда они уже говорят о Радхарани, что она единственная, у которой Ekanishtha Then it comes a rhetorical question. Так, получается просто риторический вопрос. Is the sky blue? Небо что, голубое, что ли? So this, those gopis, those the queens, in their madness of love, they say, oh, we saw that Radhika, and she is really Ekanishtha to Krishna, and Krishna never forgets her at any moment. То есть, что они хотят сказать? Они говорят, мы помним эту Радхарани, мы видели ее, и Кришна никогда ни на мгновение не расстается с ней. When Krishna is asleep at night, then Rukmini, she sees in his dreams, Krishna is crying, oh, Shamali, Dhamali. Жена часто наблюдает за Кришной ночью, когда он спит, и видит, как во сне он зовет своих коров. Rukmini said, Krishna's crying at night, calling the names of his cows. И Рукмини рассказывает другим женам, что Кришна плакал прошлой ночью, он звал своих коров по именам. Сатьябама became upset with Rukmini. Сатьябама обиделась на Рукмини, тогда разозлилась на нее. Said, why are you hiding the truth? Ой, зачем ты скрываешь правду? He said, oh, Radharani. Он Радху свою постоянно ночью зовет. And he's always remembering her. Никогда о ней не забывает. His wife's name only. Мы его жены просто на бумажке. What to speak of when he's asleep, even when he's awake, he's only remembering her and he's looking through us. Что это? And thinking of her. Кто знает, о чем он целый день думает о ней, если он ночью ее зовет по имени и рыдает, то уже понятно, что он только о ней думает в течение дня, а нас вообще не видит. So this queen of Dwarka is saying, oh, Radhika has the perfect and complete love. Only those who have nishtha in Radhika, then they can realize what is love for Krishna. То есть как вроде в форме вопроса, на самом деле царица утверждает всему миру, что лишь у Радхики полная Ekanishtha Кришне. If anyone is a rival or competitor to Radhika, then they cannot realize the highest rank. И если кто-то позиционирует себя как конкурента Радхики, то вот такая личность или этот баджан, который совершается на такую роль, то это бессмысленно, потому что понимание высшей любви останется закрытым для такого человека. See, Krishna saw that the forest was
Кришна увидел, что вне сезона вдруг повсюду в лесу распустились жасминовые цветочки, зацвели. И увидев, что происходит, он принял решение, он сказал, я хочу насладиться Раса Лилой. Йога майам упашитаха. Here. Yoga maya. Yoga means sambhog mai rasa. Yoga означает sambhog mai rasa, то есть встреча. That means the rasa of meeting. Sambhog mai rasa is the meaning of the word yoga. Yoga в данном случае означает sambhog mai rasa. Раса встречи, ощущение встреч, союза. Mayam. Mayam. Mana parayapti. That means which has attained its fullest extent. Mana parayapti, то, что достигло своего предела. So that person in which the rasa of sambhog has reached its fullest extent is called yoga maya. That means Shrimati Radhika. То есть йога майя — это та, в которой вот это состояние самбога расы достигло предела пика. И вот это и есть Радха. So the inner meaning of this verse is, it was Radhika's desire to dance with Krishna, with Rasamala, all the gopis of Vrindavan. It was first her desire. Krishna took shelter of Radhika, and then secondly his desire came. Let me fulfill Radhika's desire. То есть это было первичное желание Шримати Радики вкушать Расалилу вместе с Кришной в окружении всех братьев Гопи, то есть чтобы эта раса мала, как гирлянда из всех Гопи была, и это первично было ее желанием. Кришна, йога майя упаши тага, приняв полное прибежище у Радхи, тогда проник с этим желанием тоже и решил исполнить желание Радхи и явить эту Расалилу. See, Krishna said, "Oh Radhika, without you, there is no rasa." Что Кришна говорит, Радха, без тебя никакой расы быть не может. Блин, да, блин.